В Беларуси Тимир Сарий встретился со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в рамках вступления Кыргызстана в ЕАЭС. Сарий выразил заинтересованность в наращивании товарооборота с Россией, в том числе в рамках программ импортозамещения продовольственной продукции. Главы правительств обсудили также вопросы, связанные с ходом реализации проектов по строительству Камбаратинской ГЭС-1 и Верхненарынского каскада ГЭС.